спускается удачи, я к гуру своему приду, прильну к его стопам и не иначе, я Кришну в сердце обрету. Пусть валятся проблемы и невзгоды, на голову мою я не ропщу. Любые злоключения природы по милости его перенесу. Пройдут года, и мне откроют, как мне любить и как служить. И как мне хочется порою свою судьбу опередить. И вот она, которой нет прекрасней, для Господа и сердца моего. Пусть радость разливаются и счастье, когда он смотрит на нее. Моя отрада рада, которая души не чает в кану, она нектарная услада и дочка Махараджи Вришабану. Она сестра могучего Шридамы, заступника веселых пастушков. Она последняя надежда и награда для тех, кто вторить ей готов. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Кто-то сказал.
проблемы нашел, даже сам не заметил. Простая ситуация случится, может, скажу, когда чужое мнение становится неважным. И сразу все кругом враги. Попробуй душу береги. Здесь мира не было и нет. В грехе погряз весь белый свет. Вожделение и гнев стоят у истоков тех насущных проблем, что решают жестоко. Сунул руку в карман, достал пистолет, нажал на курок, и человека нет. Казалось бы, все просто и очень эффективно, но почему, о Господи, на сердце так противно? На этот вопрос есть один ответ. Пойте махаманду, если счастья нет. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама. Песня вечного счастья, путь служению в блаженстве, что приносит гармонию в несовершенство. Нужно Бога любить, выполняя служение. Они жизнь проводят в поисках наслаждений, и вследствие этого курят и пьют. А будешь мешаться, и вовсе убьют. Поэтому выход только один. Чайтанья наш Бог и наш Господин, и Он завещал.